Когда-то все мы были пионерами, ну то есть первыми старались быть во всем. Затем пошли путями чуждыми, неверными. Нас либералы в эпигоны зазывали день за днем. Хотелось им, чтобы мы плясали под чужую музыку, чужие книги, чтоб читали мы в запой. И мы, наивные, поверили в иллюзию, что Запад ждет нас с распростертой душой. Но оказалось, что с другими целями нас зазывали в либеральный рай. Очень хотелось либералам, чтобы не были мы первыми, чтобы мы пионерами во всем не стали невзначай. Сейчас мы понимаем, наша пионерия была прекрасной школой радостных людей. И надо возрождать нам пионерию, да и Российскую империю, но на основе наших новых и патриотических идей.